как в джунглях. Завтра на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура подскочит до 30 с плюсом, влажность 95%. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14. В такую погоду стоит уделить внимание гардеробу. Одежду нужно выбирать из льна или хлопка, лучше в светлых тонах. Из аксессуаров стоит взять маленькую сумочку и зонт. Австралийский штат Новый Южный Уэльс вновь под атакой водной стихии. На этот раз ливни затопили город Ньюкасл. В паводке застрял автобус с детьми. Их эвакуировали на надувных лодках. Позже спасатели получили еще около 80 вызовов. На американский Техас обрушился ураган Ханна. Циклон принес разрушительные порывы ветра до 40 метров в секунду, штормовые волны и дожди, которые обернулись паводками и наводнениями. Из-за непогоды начались перебои с электричеством. Без света остались десятки тысяч домов. Завтра небо над Бобруйском затянут облака, возможен дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет 26 градусов со знаком плюс. Ночью столбик термометра покажет 18 выше 0. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.